Черт! Понятия не имею, почему я защищаю незнакомых мне людей. Господин герой, прошу вас, спасите наш мир! О, так эти молодые люди, призванные священные герои... Слушайте, это все игру напоминает. Так это же и есть игра. Этот мир не онлайн-игра, а скорее консольная. Ты не прав, это VR-MMO. Я, кажется, читал Ранобэ. Эта страна, Милрамарк, даже более того, весь наш мир стоит перед угрозой гибели. Вы серьезно? Я действительно попал в иной мир. Это ведь ты, герой щита? Это так, но... Больно, да что такое? Кто бы мог подумать, что герой щита пойдет так низко? Если бы герой так не поступил... Щит! Вновь и вновь! Как же далеко они готовы зайти! Тогда я буду действовать сам, без вашей помощи! Так я утратил доверие, имя и уважение. Я потерял все. Моя сила атаки слишком маленькая для сражений. Слишком маленькая, чтобы защищать замкнутый круг. Твое имя? Рафталия. Рафталия, бери нож. Кровь. Страшно. Миру угрожает опасность. К тому моменту я должен стать как можно сильнее. Если не можешь сражаться, я не буду тебя винить. Бери меч и уходи. Живее! Если я умру, то и ты тоже. Нет! Не надо! Не оставляйте меня! Вам нельзя умирать! Господин Нофуми! Я не умру. До тех пор, пока ты сражаешься изо всех сил.